Всем привет, ребят. Думаю, вы уже видели видос с акциями на Китайке, в котором я показал там плюшки, пооткрывали коробочки, поискали таланты. И у нас идет вот такая вот акция на роллинг талантов. Нам осталось прорулить 100 раз, меньше чуть-чуть даже, и мы заберем порочный пакт. И я пока в замешательстве, кому ставить. Фрей мы уже видели с этим талантиком. Хочется, наверное, посмотреть на Огнекрыла с таким талантом. Возможно, я прокачаю второго, а этого потом переролим на Бастионы, например. Ну, не знаю. Напишите в комментах, на кого будем тестировать. Опять же, на Фрей поставим, чтобы тащить Фрей. Либо все-таки сделаем второго Огнекрыла. У меня их еще есть два. В принципе, я их, возможно, сегодня и прокачаю одного из них. Слизни у нас подкопились. Можно будет подкачать. Почти. Почти сразу будет. Будет десяточка, но потом миллион надо будет еще какашек подкопить и сделать уже на максималку, на 11 пока, потому что у меня по судьбе тут героев очень не хватает. То есть надо их еще прокачать. Я их прокачаю специально. Но думаю, до атаки фортов справимся. Так, ну что, ладно. Хватит балаболить. Поехали, будем ролить талантики. Посмотрим, может, что-то годное выпадет еще нам по пути. Так, я так стрелка и не прокачал. Надо уже качать. Вот так вот сразу получили ожог за 3. Так, и сразу же вопрос, кому его ставить. Так, Ронина я такие, не до Ронина вообще, Ронина выбили. Все, а времени на его прокачку просто нет. Так. Тут уже 8-й ожог стоит. Тут тоже 8-ка, как видите, здесь. Так, не крыл наш. Рино. Ну, не хочется сливать 5-е просветы. Так, череп. Смертельный удар. Давайте посмотрим, кто у нас там с героев еще есть. Так. Кого можно на ожог открыть? Третьего Бигфута взять. Поставить ему ожог. Рино. Как вариант. Давайте Рино пока открою. Тут я говорю Рино. Бигфута откроем. Поставим пока ему. Тоже неплохо с ним смотрится. Так. Вот он. Есть. Ну что, поехали трешевать. Нам надо всего лишь слить 30 косамов. Это вообще копейки. Интересно, у нас на русском сервере будут когда-то такие сразу же огненная защита. Так. Бигфут с ожогом. Каменка основной. Так, а вот кому Зашку нам поставить? С каменкой. Когда я их всех буду качать, честно говоря, даже не знаю. Так, пятерка. Просто, блин, просто некому ее лепить уже. Седна. О. Ладно, сливаем, поехали дальше, не будем заморачиваться. Если что, потом выбьем. Так, окей. Бля, это просто пиздец, ребят.
Это просто читерный роллинг сегодня какой-то. Опять каменка выпала. Ну, я уже не знаю даже, что делать. Даже не знаю, кому ставить ее. Так, тут у нас ремка. Тут каменка ничего не спасет его никак. Тут каменка уже есть. Просто жесть. Там каменка, тут каменка. Хорошие талантики, конечно, падают. Но ничего не поделаешь, придется их рано или поздно все равно слить, потому что, ну... Так, тут у нас ремка жива. Можно было, кстати, и Озашку поставить, и Афину, в принципе, можно открыть. Давайте. Так, это у меня одна Афина. Где-то должна быть, блин, куча героев и вечно со скинами все меняется, очень сложно запомнить. Так, кому же поставить? Давайте ему поставим. Нафиг ему эта ремка нужна. Ремка рунами, если что, есть. Поехали дальше. Четвертое. Было бы смешно, если бы это была пятерка. Так, тут у нас воодушевление. Где наш стрелок? Поехали дальше. Четверка. Я уже думал, пятый бог войны еще упал. Так, ну. Так, 5-5. Ну, это не надо нам. Нам нужны только новые таланты. Пятое утекание. Утекание, опять же. Смотрите, четверки, пятерки падают в основном. Пятый гнев. Это просто жесть, ребят. Как здесь сыпят таланты. По поводу утекания, оно, скорее всего, уже будет не актуально, потому что на архидемонов теперь будет действовать разброс. Неизвестно там, какие еще будут, но замедление. Так, что там у меня медуза одна открыта. Так, медуза у нас одна, она с атакующими талантами, насколько я помню. Где наша медуза? Так. Вот, в принципе, бог войны и нафиг не нужен. Поставим замедление. Восьмерочку, ребята, слили мы. Слил, потому что грубая сила поярче смотрится все-таки. Поехали дальше. Блять. Это просто жесть. Они просто издеваются надо мной. Ну, я уже не знаю, что кому ставить. Вы обязаны просто залайкать видос, сколько пятых талантов просыраем, меняем, и все равно они нам падают. Так, тут Зашка стоит. Просвет. Так, а ну без с ожогом у нас уже есть и с каменкой. Череп, ремка, корка. Пусть будет пока такой. Так, ожог. Честно, даже не знаю, кому ставить.
Так, четвертое. Давайте тыкве поставим ради интереса. Может, когда-то будем тестировать. Пусть будет. Офигенные талантики падают. Четверки. Пятерки. Так, четверка. Четверочка, просвещение. Ну, в принципе, тут смысла нет, нет никого, чтобы так поставить. Ставить разве что на этих. Потом быстрее качну. Давайте на других, а не на стрелке уже паролим, потому что что-то на стрелке реально читерный роллинг. Сука. Просто, ребята, это жесть. Забираем плюшки отсюда пока. Я даже не знаю, что делать. Такие, блин, таланты падают офигенные. Это вам не русский сервер. Так, давайте, разруха у нас с отражалкой. Так, такой пират, малышник, а малышунику можно поменять. Хотя, в принципе, нахрена я мажу. Вот видите, у него двоечка, я даже не видел, не знал. Так, стрелок. Стрелку тоже, кстати, ожог неплохо смотрится. В определенных ситуациях очень помогает. Ну, это просто жесть. Давайте еще кого-то откроем. На ожог кто был бы интересен. Точнее, кто был бы. Ну, тут у всех уже есть. Одного еще стрелка открывать, с ожогом делать. В принципе, у меня один стрелок, надо будет несколько. Давайте пока стрелку поставим. Даже если там будет каменка, можно будет каменку влепить еще ему. Пусть пока будет, он все равно силы не дает. Я прокачивать не буду. Так, есть. Я уже думал, там, блин, новый талант выпал, топовые эти. Так, двадцарик. Пятерка, бег. Так, сделаем вот так вот пока замену. Ну, круто сыпят таланты. Бля, двоечка, такое ощущение, сейчас, бля... Еще отсюда пятерку бы вытащить, и мы бы были укомплектованы. Так, двойка. Давайте до 85. Все, должно хватить. Да, ребят. Все, мы забрали. Забрали мы этот бешеный новый талант. Еще и три коробочки в придачу. Это жесть. Ну, в принципе, все. Напишите в комментах, кому поставим. Все-таки Огнекрылу прокачаем. Или Фрейю поменяем. Или тоже прокачаем еще одну Фрейю. Это просто пипец. Китайка очень везучий аккаунт. Напишите в комментах, на ком тестировать будем. В принципе, на Фрай есть обзор, я бы, наверное, думаю, на Огнекрыла, но посмотрим. Все, подписывайтесь обязательно, лайкосы. Всем пока.